Всем привет, ребята! Сегодня у нас мукбанг, рыбный день. Сегодня у нас в студии приветствуется вот такое пюрешечка с капусточкой, огурцом и морковочкой. Мы это все перемешаем, добавили соль, перец и майонезика чуть-чуть. Про нежнейшее получилось, масло вкусное, немецкое. Дальше. Вот такую селедочку купили, мы уже один раз ее брали, нам понравилось. Она тут, я не могу вам показать, может и видно вам. Такие кусочечки. Мы забыли, что у нас была пара. Да, мы забыли, у нас в холодильнике была и та, поэтому мы решили все подряд, сегодня мы голодные. Ели там что-то целый день. И вкуснейшие гренки приготовили с чесночком, с майонезиком, огурчик, яичко и шпротики. Шпроты вкусные. Бери шпрот, какой будешь выбирать. Сейчас Аня будет пробовать и говорить, вкусно получилось у вас. Я хотела вот этот. Вот эти? Ну, или вот соленый, вот этот. Давай, попробуем. Чтобы было видно. Гренки гренками получились. Угу. Гренок не было, поэтому... Батона не было. Так и неплохо, мне нравится. Угу. Вкусно, да? Угу. Все можно еще натереть. Что? Яйцо. Ну ты же не захотела. Хотела быстро есть. Сейчас. Я еще три кусочка сразу возьму. Эта селедка не соленая. Хоть сколько она стояла у нас до недели в холодильнике. Может, невкусная? Невкусная или какая? Не соленая? Угу. Ну, нормальная, наверное. Обычно на соленую, когда все же берем. Ну, это тоже не вау. Я за рыбой скучаю, поэтому для меня это вау. Дорогие ребята, идем мы на карнавал, как вы знаете, по всей территории Германии, большинство больших городах проходит карнавал. Ну, не по всей Германии. Не по всей? По всей. Будем, не знаю, одни говорят, что платно, другие говорят, бесплатно. У нас площадь, поэтому мы сходим туда, посмотрим. Будет интересно, может, видео заснимем, что там карнавальное такое будет. Ну, если можно. Снимать. Мама говорит, наверное, это будет какой-то цирк. Я ей перечислила, ну, представление какое там, что будет. Она говорит, ну, типа цирка. Я говорю, ну, наверное. Вход платный. Все-таки платный, да? Ну, да. Ну, там, где платный, мы, конечно, не пойдем. Мы тут у себя. У нас все будет видно и так. Можем и так видео заснять. Шпроты вкусные. Этот, знаешь, это типа как называется для премиум зона. Типа, вот у нас так будет вид. Все вкусно? Картошка? Да, и картошка, но шпроты. А, шпроты хорошие, как ни странно. Кола без газа, да, вообще. Серьезно? Когда берешь эту акцию, она с газами. Да. Когда без акции, она без газа. 2 евро, 2 литра колы. Пипец. Такие дела, прохладно. С понедельника мы, ребята, выходим уже на курсы. Будем дополнительно рассказывать, как проходят наши курсы. Будем с вами заниматься домашним заданием вместе, кому нужно. Ну почему бы нет? Я считаю, что это прикольно. Да, вода вообще какая-то фу. Как будто с под крана ее разбавили. Наверное, этот сироп. Ну да. Ты пирай посоли, может, потому что я не посолила. Нормально, хорошо.
пока ничего нового. Ждем, пока нам сообщат, где покупать книги по немецкому и сколько они стоят, потому что мы еще не в курсе. Я написала им на почту, они ответили, типа, по какому адресу у вас школа находится. Я им написала, и вот они уже неделю молчат. Кому это нужно? Напрямую приходишь, там, наверное, всем говорят, вот вы должны принести денежки на книжку, такое-то время. Типа, либо сами день? Покупайте, да. Либо сами отдельно покупайте. Мы не должны долго говорить. У нас время идет, нам нужно быстрее, нам уже нужен, там, я же не знаю, контроль на эти книги или какие, или на каждый день, это просто для заданий. Подают у себя. Ну, я так поняла, что у всех разные книги. В нашем городе, типа, уточняли. Да, у каждой школы разные. У каждой школы разные книги. Я хотела у девочки перекупить, но она писала там карандашом, говорит, типа, я могу стереть же, но это не проблема. Угу. Но у нас она, я подумала, что они все одинаковые, типа, оказалось. Ну, из-за чего я подумала? Потому что нам знакомая сказала. Она тоже не знала. Свежий? Нормально. Она тоже не знала, и вот и никто из нас не знал. Да. Настя всегда маринует хорошо селедку. Нормально? Угу. Ну, в Украине, конечно, селедка вообще нереальная. Намного лучше. Конечно. Тут еще приехали. Ну, кстати, это не черность-то. Может, Нидерланды надо съездить, а да. Вот ездили же они еще. Может, Славик просто не знает. Что он вообще знает? Давай со свежим попробуем. Как визуально, мне такой хлеб нравится. Какой? Что мы поджарили. Он реально как... Ну, что мы поджарили, говорю. Реально как что? Ну, как гренки. Вкусный. С чесночком. Свежий, да, пробуешь? Угу. Так что будем делить с вами. Изучать немецкий. Более подробно. Надеемся. А так пока что ничего. Да, вот. Ну, я такой, нет. У нас выходные. У нас и так выходные. Блин, ну нам... Почему? Ну, посетитель ресторана, да. Магазины-то работают. У нас в городе, чтобы вы понимали, очень много знакомых, которые создали панику. Говорят, все, надо закупляться, на неделю придет, о, у меня там дети голодают, о, это все, памперсы, смесь и так дальше. Начали. Сегодня идем с пакетами ходить, я с пятницы. Говорю, с пятницы. Они мне не верят, я говорю, так зайдите в Google. Нет, в Google не то, в Google будет написано, что открыто, на самом деле закрыто. Сегодня с нашей знакомой. Налит. С пятницы ходят, блин, думают, что все будет закрыто. Почему? Где они это увидели? Фу, блин, реально какая-то вообще никакая. Я в шоке. Как перестать колу не пить? Это когда производитель испортит. Ее с производства уберут, ее наконец-то или нет? Наконец-то, но? Ну, химия как-никак. Видишь? Но кто зависим от нее? Я не зрозуміла, це польські шпроти чи німецькі. Ну, да.
Ну, вкусно. Мы благодаря вам, тем, кто писал, что... Блин, не могу взять. Что в РВ есть автомат, который принимает центы. Завтра... завтра не пойдем, завтра точно все закрыто. Ну, единственный день, когда все закрыто, но не целый. В среду пойдем и сдадим эти монеты, которые у нас есть. Ну, да. А у нас их много. Да. А шпроты, кстати, мы годы где-то не ели. А мы их как будто ели больше, а? Да когда это было? Говорят, самые вкусные шпроты в Риге. Да. Угу. Там рыба. Люба говорила, и не только Люба. Вообще многие говорили. Ладно, ребятки, спасибо, что посмотрели наш такой... мини-мукбанг. Да, не забывайте, ребята, с понедельника у нас начинаются курсы. Извините, что так плохо было видно. Блин, не досмотрели. Да, ничего страшного. До скорых встреч. Встретимся с вами. А что ты там не договорила, что с понедельника? А хотела сказать всем, кто на нас подписан, кому будет интересна информация, как проходит у нас курс, с чего, как все начинается, заходите на канал. Все подробно будет. Я думаю, что все-таки отснимем видео. Ну, не говорю точно, что понедельник, но на той неделе по-любому будет все, видео, ребят, про курс. Давай, Настя, все, подписывайтесь. Заходи, подписывайтесь. Всем пока.